В этом районе единогласным решением судей победу одержал Ушковский Александр Борисович. Yeah!
судей, победой держал и стал победителем первенства Республики Татарстан и весовой категории до 57 килограмм Бебиков Антон. Thank you.
Спасибо. В этом бою Илья Мурсин принял удар. Секундарный красный.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал Гудфулин Карин, Казань. В ринг приглашается Иван Стараев, Арабас, Максим Набережный, Богданов Никита. Thank you.
Okay. Thank you.
единогласный боец Красного дома. В этом бою я...